Здравствуйте, друзья! Сегодня я с удовольствием рассказываю о ботинках MH100 Кичуа от Decathlon. Я недавно их приобрел и хочу вам немножко о них рассказать, тем более, что история моя с этим типом ботинок, она уже достаточно длинная. Но сначала о самих ботинках и начнем с буквенно-числовых сочетаний. Итак, ботинки называются Kichua MH100, и на сайте написано, что они для горных походов. И тут есть нюансы. В Decathlon Kichua это тот бренд, который в основном отвечает за кемпинг и за хайкинг, то есть легкие прогулки по горам длительностью не более одного дня. Если бы мы искали ботинки для того, что мы в России называем горные походы, то нам, скорее всего, нужно было бы обратиться к бренду Farclaz у Decathlon. Потому что именно они предназначены для путешествия пешего похода по горам длительностью несколько дней, иногда автономного. Да, то есть именно достаточно сложного путешествия. Кроме того, у этих ботинок имеется знаковый индекс MH, что расшифровывается как mountain hiking. То есть, опять же, прогулки, горные прогулки по тропам, не предполагающие длительное автономное путешествие. Но индекс 100 означает, что из всего предложенного ряда изделий для этого вида активности эти ботинки предназначены для самых простых походов и для самых простых путешествий. Более сложные предполагают индекс 400, 500 и даже 700 и 900. Надо бы вообще сделать такую расшифровку индексов для Decathlon, чтобы можно было вот прийти и сразу понять, вот так смотришь, ага, вот это вот, ну, не мой формат. То есть, даже исходя из просто названия, мы сразу понимаем, что Decathlon изначально предполагал, что вы берете такие ботинки, надеваете или берете с собой для тех ситуаций, когда вы выезжаете в горы на день погулять. Или вы выезжаете на базу, где вы будете ночевать в домике или в оборудованном кемпинге. То есть эти ботинки предполагается использовать на прогулках или радиальных выходах в горах. Ну и никто не мешает их использовать и на равнине, но есть какой-то верхний предел для их нагрузки. И фирма сразу это обозначает. Но возникают трудности перевода и трудности восприятия в разных странах разных типов активности. Вот так вот скажем. Почему я об этом говорю достаточно подробно? Потому что я сам наступил на эти грабли. Получив в свое время на тест ботинки модели MH500, то есть более продвинутые, чем эти, я в свое время поехал, нет, оставаясь полностью в формате однодневного выезда, я выбрался на такую тропу, которая находится на вершине горы Олимпос на Кипре. Тропа Артемиды, Артемис Трейл. У меня есть ролик. И предполагался именно такой простой вариант выйти, пройти эту тропу по вершине горы где-то на высоте 2000 метров. Но кто же мог предположить, что в конце апреля на Кипре жахнет снежный буран. И сразу по окончании этого снежного бурана я вылез на эту тропу, с трудом нашел ее старт. И, признаюсь честно, большую часть пути шел или по колено, или по пояс в снегу. В общем, были ощущения непередаваемые. А ботинки вот этого класса MH взяли, да и подмокли. Я был огорчен, но потом, приехав в город, я уже выехал с клубом на небольшой обучающий выезд в Орехово и вдруг ощутил невероятный кайф от использования таких ботинок. Мы ехали на один день, наша задача была пройти небольшой маршрут по тропинкам, и была прохладная погода, у нас была какая-то программа обучающая, где ребята там разжигали костры, а где-то мы поднимались, спускались, проходили переправы, проходили по каким-то влажным местам, и я прям вот по-другому взглянул на это изделие. Почему? Потому что оно выполняло ту задачу, которую фирма перед ней ставила. Простой, несложный выход в лес. Однодневный. Почему обувь такого типа действительно имеет смысл покупать? Да просто потому, что не стоит на таких выездах долбать тяжелую, дорогую трекинговую обувь. У меня тоже есть тяжелые трекинговые ботинки, но я не вижу смысла одевать их в простые выезды. Во-первых, будет износ дорогой обуви, а во-вторых, ну как бы я меньше устану, потому что эти ботинки намного легче. Давайте к техническим характеристикам. Итак, что мы имеем? Относительно легкие ботинки. 440 грамм штука для размера 42. На сложной трехслойной подошве, с синтетическим верхом, полностью синтетическим. Здесь нет ни нубука, ни кожи. Ботинки средней высоты и имеют среднюю защиту голеностопа.
подошва. Здесь у нас применена подметка кросс-контакт, которая известна и по другим изделиям. Ее основа – противоскользящие крестики. Есть вставки из более твердых материалов. Ботинок не жесткий, подошва достаточно хорошо гнется. Подошва относительно мягкая, и, вероятно, она не будет сильно скользить. Она состоит из трех слоев. И между двух слоев на всей ширине подошвы находится EVA-пена, которая хорошо амортизирует удар, нагрузку на стопу. На носке имеется резиновый наплыв. Мало того, сам весь носок обрезинен. То есть и не только у вас есть некоторая защита носка от ударов, но и сам ботинок будет меньше повреждаться, потому что здесь есть полоска резины. Но эта полоска резины, она проходит только по носку. Она не... В некоторых ботинках есть, когда она полностью по всей периферии ботинка проходит. Здесь она защищает только носок. И вот этот черный материал, который на пятке, это не резина. Это что-то подобие такого кожезаменителя или пластика, своеобразный материал. Сама верхняя часть ботинка состоит еще из двух видов. Одна – это синтетическая ткань, имитирующая нубук, а вторая больше похожа на широко плетеный нейлон. В общем, такой материал, похожий на кордуру, скажем так. Наверху ботинка находится своеобразная сетка, через которую, собственно, влага отводится от носка и поднимается вверх и уходит, испаряется. Ну и сам ботинок очень хорошо наполнен пеной, ну, там, поролоном, каким-то таким вот вспененным материалом, который позволяет, во-первых, амортизировать стопу и делать ее очень комфортной, во-вторых, утепляет стопу. И это утепление присутствует, в общем, на всей толщине ботинка. Хоть и на подъеме стопы оно совсем тонкое. Прежде всего, его функция, конечно, амортизация, сделать человеку комфортнее носку этих ботинок. Первые три петли тканевые, а наверху у нас вроде бы порошковый металл. Сзади петля. Протектор имеет толщину 4 мм, что, наверное, тоже нормально. Нельзя сказать, что он сильно агрессивный, поэтому много грязи он тоже набирать не будет, если вы пойдете. Ботинки мембранные, но что это за мембраны, мы не знаем. Сколько водного столба она держит, мы не знаем. Сколько она влаги испаряет на квадратный метр за 24 часа, мы тоже не знаем. Есть только примерные данные. Да? Декатлон заявляет, что эта мембрана будет держать воду при 3 часах ходьбы просто по воде. Если сконструировать ситуацию, когда вы идете по каким-то сырым местам и по каким-то среднестатистическим не очень сырым, то это примерно как раз нормальный ходовой день. Исходя из логики ботинок для хайкинга, то есть вот вы день походили, у вас ноги не промокли, и вы их, если сверху на какое-то намокание произошло ткани, вы ее подсушили там в кемпинге или на базе, где у вас есть возможность эти ботинки высушить. То есть здесь никакой засады нет. Действительно, эти ботинки предназначены для однодневных выходов. Исходя из логики, опять же, того, что в разных моделях Декатлон указывает разное время ходьбы, автономное, без намокания носка, можно сказать, что эта мембрана здесь тоже, как и положено модели MH100, то есть начального уровня, здесь она тоже самая слабенькая. То есть и отвод пара, и влагостойкость будет меньше, чем в других моделях. Но при этом нельзя не отметить, что цена демократичная, она адекватна указанным показателям. Чего совершенно нельзя отнять у декатлоновских ботинок, при невысокой цене вы получаете чрезвычайно комфортную обувь, которую можно фактически не разнашивать. Вы надеваете, с первого дня вы чувствуете себя в ней очень комфортно. То, что они не проживут 10 лет, а, скорее всего, рассчитаны на 2, ну, максимум при аккуратной носке, 3 сезона, у меня 3 никогда не получалось, только 2, ну, это вот исходные данные. Но при всем при этом я очень всегда был доволен тем, когда вот ты надеваешь эти ботинки, и ты идешь в них, вот это, у них это раньше называлось система Easy Fit, да, то есть легко одевается, легко затягивается и комфортно. Вот, здесь тоже это свойство есть, в них очень хорошо и комфортно себя чувствуешь, но я, как человек, у которого ноги вообще почти не мерзнут, я могу в них ходить спокойно всю зиму. Но при этом я совершенно не могу ходить в них летом. После температуры плюс 10, плюс 12, если у вас ноги не мерзнут, если вы не мерзлячий человек, вам будет в них уже очень жарко, ноги начнут гореть. Это тоже нужно учитывать. Потому что очень часто люди ходят там, в тяжелых ботинках, таких же тоже с амортизацией, с утеплением. Мне, например, это недоступно, потому что для меня очень жарко. И я специально купил Соломон, и у меня есть обзор сеточные. То есть это фактически полноценные трекинговые ботинки, но с сеткой. А это
Демисезонный вариант для не очень холодной зимы и для весны и осени, на мой взгляд. Хотя я уверен, что есть люди, у которых так не греются ноги в походе, и которые могут совершенно спокойно носить их и летом. Но есть еще одна приятная хитрость, это то, что вот, это, вот эти вот ботинки, они прекрасно подходят для обычной жизни. То есть это в том случае, если туризм для вас не только как бы увлечение, и вы одеваете туристическую обувь только в поход, но и вы живете в таких условиях, где нужно туристическую обувь носить в городе. И вот этот случай как раз наш, потому что я вот сейчас в Питере, здесь у нас мокрый асфальт, здесь все жижа, снег, чача, грязище. И вот такие ботинки, они у вас значительно лучше, чем какие-то модельные на кожаной подошве, сохранят от неприятностей, невзгод городской зимы, городской весны, городской осени. Ходить на прогулку с собакой, ходить куда-то, работать, может быть, на улице, в таких ботинках намного комфортнее, чем если бы вы одевали какие-то неспециализированную обувь. А невысокая цена позволяет, в общем, такие ботинки купить себе и для обычной жизни, не только для туризма. Что касается долговечности. У меня тут есть маленький рояль в кустах, более старшая модель, укороченная, но более старшая модель MH500. У меня 500-я модель уже два сезона отходила, высокая, я ее выбросил. А купил себе короткие ботинки. Именно для тренировок по ходьбе с трекинговыми палками. Я достаточно часто, но что, каждый день хожу. И вот они уже ходят второй сезон. И я могу сказать, что, с одной стороны, никаких к ним вопросов нет. Я не применял к ним дополнительную пропитку. Они ни разу не промокали. При этом нельзя не отметить, что вот эта та самая ЕВА-пенка, которая является амортизирующим слоем, со временем стала сминаться. И я сделал крупную съемку. Видно, где уже ЕВА-пенка потихонечку сплющивается. Я думаю, что это тоже может быть индивидуальным, потому что, во-первых, я не мотылек. Я вешу за 90 килограммов. Во-вторых, я часто ношу рюкзак на выездах, что тоже добавляет веса. Ну и я действительно в них прохожу, ну, не меньше 8-10 километров в день. Но, тем не менее, не заметить вот этого сплющивания ЕВА-пенки невозможно. Но, с другой стороны, нигде никакие швы не пошли, никуда ничего не отвалилось. Поэтому, в принципе, да, это доступная, недорогая походная обувь. Ну что, давайте сначала проверим пропитку, есть ли у этих ботинок DVR-пропитка. А потом у меня есть предложение взять, да и поставить их на несколько часов в емкость с водой, притопить и посмотреть, как они будут держать воду. Хоть и в статике, не в движении. Но, тем не менее, посмотрим, будут ли действительно заявленные показатели по водостойкости выдержаны. Ну, а потом пойдем в поход. Хорошо видно, что пропитка имеется. Сейчас воду держит, вода отталкивается. Дальнейшее покажет только длительный тест. Мы берем ботинок и набиваем его бумажными полотенцами. И выстилаем бумажными полотенцами. Дальше кладем груз. И ставим воду. Тони! Сейчас утопим. Носок полностью накрыт водой. Пришлось немножко придавить. Ставим на 3 часа. Прошло 3 часа. Убираем все эти конструкции. Ат-ат-ат-ат-ат. И смотрим. Да, намокание на ткани есть. DVR-пропитка до конца не защитила. Посмотрим сейчас внутри. Никакой сырости. Носок, самое интересное. Все сухо.
Рукой пробую. А, там еще один. Все сухо, никаких влажных пятен. Друзья, я прошел с этими ботинками уже несколько походов и могу с уверенностью повторить те же выводы, которые сделал, когда просто их рассматривал. Поскольку это уже не первая пара у меня, в принципе, я был готов и к плюсам, и к минусам, но пока я выявил только плюсы. Во-первых, они очень комфортные, в них очень хорошо ходить, они при температуре до минус 10 не промерзают, они хорошо подходят для зимних походов однодневных, но совершенно спокойно можно идти весной, осенью и даже прохладным летом, в них и многодневные походы невысокой сложности, где вы не двигаетесь там по каменным осыпям, где вам не нужно надевать кошки, в каких-то таких достаточно простых условиях эти ботинки подойдут очень и очень широкому кругу туристов. И даже так, поскольку мы сейчас составляем топ ботинок для начинающего туриста, то, несомненно, эта модель войдет в топ. И наши рекомендации. Всем хороших походов и до встречи в поле!